Вы кто такие? Энергетики. Кто? Энергетики. Кто-кто? Мы энергетики. А как танцуют энергетики? Энергии в этих молодых людях хоть отбавляй. На сцене они устроили настоящее театральное шоу с танцами, песнями и юмористическими постановками. 14 человек – это энергетики, которые в этом году стали членами большой семьи. У каждого из них своя жизнь, интересы и хобби. Но их всех объединило желание работать в электросетевой компании. Новичков принимали в энергетике сотрудники с опытом. Посвящение в профессию состоялось 22 декабря. В этот день был утвержден исторический план электрификации России. С тех пор энергетики всей страны отмечают свой профессиональный праздник именно в этот день. Всех с праздником, с наступающим Днем энергетика, всем без аварийной работы, без проблем, без несчастных случаев, чтобы работалось весело, работалось с интересом и работа всегда приносила удовлетворение. Алена Блеч, Георгий Бурлуцкий, Новости дня.